Администрация Ненецкого округа подписала соглашение с банком ВТБ. Подписи в документе о стратегическом сотрудничестве региона с финансовой организацией поставили член правления банка Денис Бортников и глава Ненецкого округа Игорь Кошин. Новый партнер для решения стратегических задач. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение с одним из ведущих банков страны – ВТБ. На встрече с членом правления банка Денисом Бортниковым Игорь Кошин отметил, конкуренция на рынке банковских услуг неизменно приводит к тому, что выигрывает потребитель. Приход в округ банка ВТБ свидетельствует об улучшении инвестиционного климата в регионе. Очень здорово, что у нас в округе присутствует группа ВТБ, и я очень рад, что мы взаимодействуем, и развивая округ, мы развиваем нашу горячо любимую Рубину. Вот это, наверное, самое важное, и это есть то, ради чего мы работаем. Документ определяет основные направления взаимодействия банка и администрации округа. Они направлены на создание условий для развития предпринимательства, реализации приоритетных инвестиционных проектов и социально значимых программ на территории Ненецкого округа. Подписанное соглашение не просто закрепит установление партнерских отношений между банком и Ненецким автономным округом, но и откроет реальные перспективы для сотрудничества. В свою очередь, член правления ВТБ Денис Бортников заявил, банк намерен активно участвовать в социальных и инвестиционных проектах и способствовать структурным положительным изменениям в экономике региона. Еще раз хочу поблагодарить просто администрацию за то, что мы практически за год сформировали понимание того, как мы здесь должны работать и с чем. Потому что буквально, собственно говоря, офис открывается уже наполненный определенным количеством бизнеса, то есть клиентами. Это немаловажный фактор, потому что поддержка была всесторонняя и очень значимая. Банк уже начал свою работу в нашем округе, а завтра состоится церемония торжественного открытия первого офиса группы ВТБ в Наренмаре. Валентина Чибичик, Антон Водряков, телеканал «Север».